выходные, как на мастере, короче, не в курсах. Итак, здорово, добрый пацаны. Здорово, пацаны. Всем привет. Сегодня у нас 22 апреля. День рождения великого вождя-революционера Владимира Ильича Ленина. Родился Владимир Ильич Ленин, кто не знает, в каком, Саша, году? Я не помню. 1870 году. Сейчас ему было бы 123 года. Как-то так. А чем знаменит Владимир Ильич Ленин? Что ты, Коленька, сказал? Революцией. Правильно. Владимир Ильич Ленин – это основоположник марксизма-ленинизма. Один из руководителей Великой Российской Октябрьской революции 1917 года. Чем еще он знаменит? Еще он знаешь, чем знаменит? Этим? Что на пачке сигарет его рисовали. Ленин. Прима. Ленин. Прима, да. В Шушинском. Ленин в Шушинском сидел. Нет, Саша, блядь. Он еще знаменит, знаешь чем? Что он единственный человек в мире, который, блин, создал социалистическое государство СССР. Первый в мире и единственный. Да. Вот так вот. Еще раз дедушка Ленин сказал, учиться, учиться, еще раз учиться. Правильно, правильно. А что вы знаете про Крупскую и отношения с Лениным, Саша? Крупская была сожительницей Владимира Ильича. А когда они женились, когда он был в ссылке, то им кузнец сделал медные кольца из пятачков. Вот как. А что ты еще знаешь? Ничего. Больше ничего, да. А вы, Леша? Ничего, что ж на Приме там нарисован был. Вот, видишь, кто курить-то с чего начал, с Примки. А также мы сегодня отмечаем день рождения нашего друга Алексея Серегина. Поздравляем тебя, Алексей. Сколько спасибо. Тебе годиков? 27 лет человеку. Пацаны, поздравляйте его. Поздравляем! Поздравляем! О, Коля исполняет песню. Ну-ка. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Во, как у вас в колхозе это проходит. Так, а сегодня у нас на дне рождения будет Инди Лайт, индейка какие-то тут. Это что такое? Купаты, да? Купаты. И обычные какие-то сардельки. Батон, хлеб. Ну, все по минимуму. Майонез Слобода. И кетчуп шашлычный Махеев. Ну, как всегда, все, что в красно-белом. Недавно приемничек себе купил. Офигенно орет. Потом продемонстрирую. Так что день рождения у нас довольно-таки скромное. Да, Коля? Еще покайфу. Коля пообещал нас на комбайне потом прокатить, блин, в деревне. Саша, что ты пожелаешь Алексею? Здоровья. Успехов в музыкальной деятельности. Ага. Хорошо. В трэшевой индустрии. А ты, Коля, что желаешь? То же самое, здоровья. Ага. И счастья. Ага. Самое главное, чтобы хрен стоял. И деньги были. Да. Отлично, отлично. А ты, Дим? Чтобы рок-н-ролл всегда был здесь. Никогда не ржавел. Ну, поржаветь может потом, чтобы... Я, кстати, никогда не думал, что ты фанат группы Kiss, блин. Ну, Kiss, блин, глэм-метал, я, блин, Kiss. А сейчас Николай в честь дня рождения Владимира Ильича Ленина зажгет костер пионерский. Давай! Действуй, Коля! Действуй, Коля! Жги, родной! Ну-ка! Та-да-да-да! Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих, близится эра, чего там, светлых годов, клич пионера, всегда будь готов! Миру мир. Вот это кострище. Вещь. Вот это Коля развел пионерский костер. А вон сзади подбирается наш барабанщик. Да
Здорово, пионер. Здорово. С днем рождения Ленина тебе. Спасибо. Поздравляю Леху с днем рождения. Из Алэми. Колян, на шее кулончик иньян, потомок инопланетян. Любит самых крутых тян. Даже маленький. Иди, Саш, поддержи друга. Алексей, обратите внимание, с кем нам придется выступать в Москве. Давай, давай, Колян, давай! Поет что-то. Ух, на комбайне я еду. Ой, хорошо. Настоящая группа Linkin Park, это вот она. Никто не умер. Настоящую дорогу. Вот эти российские парни писали и пели песни за них. Пели и писали песни за Linkin Park. А вот продюсер. Продюсер это хороший продюсер. Вот, видишь? Легендарнейший ты, Коля. Итак, у нас тут жарятся купаты из Indie Light. Купаты мы никогда не жарили, пацаны, поэтому, блин, тут дело такое, блин, непонятное, что с ними тут надо делать. Если кто-то умеет их жарить, можете написать в комментарии, как там все любители говорят на Ютубе. Если что-то не так, пишите в комментариях, да, Коля? Но! Но!